إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد О рабы Аллаха, бойтесь Аллаха Субханаху ва Тааля должным образом. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Мы заповедовали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха. Если вы не уверуете, то ведь Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Аллах богатый и достохвальный. О рабы Аллаха! Одной из основ нашей религии является обладание благими нравами. Был спрошен посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, что более всего остального вводит людей в рай? На что он ответил: богобоязненность и благие нравы. Затем спросили его о том, что более всего остального вводит людей в огонь, на что он ответил: язык и половые органы. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Ва'ахсину инна Аллаха юхиббуль мухсинин». «Творите добро, ведь Аллах любит творящих добро». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саляма, сказал: «Ахаббу айбади лилляхи, ахаббу айбад Аллахи иля Аллахи ахсанухум хулюка». «Любими всего для Аллаха те его рабы, что обладают наилучшим нравом». Поистине человек посредством своего благого нрава может достичь того, чего достигает постящийся днем и выстаивающий молитвы среди ночи, а как об этом сообщил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Полноценный же из верующих тот, кто обладает наилучшим нравом и обходится со своими семьями наилучшим образом. Одним из благороднейших качеств, которым должен обладать верующий, это милосердие. Ведь проявление милости, милосердие и доброжелательность – это ключи от сердец людей. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был милосерднейшим из людей. И Всевышний Аллах, субхану ва тааля, сказал о нем: «Фабима рахматин мин Аллахи линта лахум, валяу кунда фаддан галидаль кальби лян фадду мин хаулик». «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним, а ведь если бы ты был грубым и жесткосердным, то они непременно покинули бы тебя». Также Всевышний Аллах, субхану ва тааля, сказал: «Вот джаакум расулин мин анфусикум азизун алейхи ма анитум харисун алейкум биль муминина рауфур рахим». «К вам явился посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и милосерден к верующим». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, старался для нас. Был милосерден к нам. И наивысшим проявлением его милосердия было то, что он призывал людей к свету истины, к свету веры, призывал людей покинуть мрак многобожия, заблуждения, убийств не по праву, призывал покинуть мрак ростовщичества, прелюбодеяния, разрыва родственных уз. Он преграждал всякие пути, которые ведут к многобожию, преданию Аллаха Субхану ва Тааля сотоварищей, ведь это величайший грех и неверие. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, был милосерднейшим из людей. Он сказал: «Ар-рахимуна йархамухумур рахман». «Ир-рахму ман фил арди, ирхамукум ман фис сама». «Милосердных помилует милостивый», то есть Аллах. «Будьте милосердны по отношению к тем, кто на земле, и помилует вас тот, кто над небесами», то есть Всевышний Аллах, субханаху ва тааля.
Посланник Аллаха был особенно милосердным по отношению к детям. Когда люди видели слезы на глазах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, после смерти одного из детей, они спросили его об этом, и он сказал: «Поистине это милосердие, которое Аллах, субхану ва тааля, вселил в сердца своих рабов, и поистине Аллах помилует из своих рабов лишь милосердных». Однажды один из бедуинов сказал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма: «Неужели вы целуете своих детей? Мы же их не целуем». Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Что же я могу с тобой сделать, если Аллах лишил милости твое сердце, если Аллах лишил тебя милосердия?» Однажды же один человек увидел, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, поцеловал своего внука Аль-Хасана. Тогда этот человек сказал: «Поистине у меня 10 детей, и я ни одного из них не целовал». Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, посмотрел на него и сказал: «Ман ля ярхам, ля юрхам». Тот, кто не проявляет милосердия, тот не будет помилован. Однажды он совершил молитву, держа на руках свою внучку Умаму. Совершая земной поклон, он опускал ее, а поднимаясь, снова брал ее на руки. То есть даже в намазе пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, проявлял милосердие к детям. Начав совершать молитву и услышав позади себя плач ребенка, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, делал этот намаз, то есть совершал его короче, облегчал его. И Абу Катада, ради Аллаху анху, передает, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Приступая к молитве, я желаю совершить ее долго. Однако, услышав плач ребенка, сокращаю ее, чтобы не причинять беспокойств его матери». Несмотря на все нападки неверующих в сторону мусульман о том, что ислам унижает женщин, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, призывал проявлять к ним милосердие. Он сказал: «Относитесь к своим женщинам хорошо». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, показал нам наилучшие примеры мягкого обхождения с домочадцами. Так он садился около своего верблюда, подставлял Софии, радиаллаху анху, своей жене, колено, чтобы она вставала на него и забиралась на верблюда. Когда дочь пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, Фатима, радиаллаху анха, заходила к пророку, он брал ее за руку, целовал и усаживал ее на свое место. Он сказал: «Лучший из вас тот, кто лучше всего относится к своим семьям». Кроме того, милосердие посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, выражалось в том, что он призывал заботиться о слабых из нашего числа. Так, к примеру, он призывал проявлять заботу к сиротам, сказав: «Тот, кто будет опекать сироту, будет со мной, как эти два, будет со мной, как эти два». И он немного сблизил указательный и средний пальцы, то есть будут близко пророку, саллаллаху алейхи вассаляма. Что ж говорить о людях, если посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, проявлял милосердие даже к животным? Он сказал: «Поистине Аллах предписал делать все наилучшим образом. Если вы убиваете, делайте это наилучшим образом. Если вы режете животное, то делайте это наилучшим образом. Пусть один из вас хорошо наточит свой нож и не причиняет животному страданий». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, поведал нам о женщине, у которой была кошка, и она держала ее взаперти, не кормила ее, не поила и не давала этой кошке питаться самой, отчего эта кошка умерла. И по этой причине эта женщина вошла в адский огонь. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, рассказал нам об одной блуднице из числа Бану Исраиль, которая однажды проходила мимо высунувшей язык собаки, которая умирала от жажды. Тогда эта женщина проявила к этой собаке милосердие и напоила ее, и ей простились за это ее грехи. Однажды также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, рассказал сподвижникам следующую историю. Как-то раз один мужчина, находившийся в пути, испытывающий сильную жажду, увидел колодец, спустился в него и напился воды. Когда он вылез из колодца, увидел жаждущую собаку, которая лакала мокрую землю от жажды. Тогда он задумался: «А ведь поистине эту собаку постигла та же жажда, что и меня». После чего он снова спустился в колодец, набрал воды в ботинок и напоил эту собаку. За это Всевышний Аллах его отблагодарил и простил ему его грехи. Тогда люди спросили посланника Аллаха: «О посланник Аллаха, неужели нам будет награда за хорошее отношение к животным?» На что он ответил: «Награда есть за хорошее отношение ко всему живому». Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, обратил внимание на одного верблюда. Когда этот верблюд увидел посланника Аллаха, с его глаз потекли слезы.
Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, подошел к нему, погладил его и постоял рядом с ним. А затем спросил, кто хозяин этого верблюда, кому этот верблюд принадлежит. Пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, подошел один юноша и сказал, что этот верблюд его, что он принадлежит ему. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал ему, неужели ты не боишься Аллаха в отношении этого животного, которым он тебя наделил? Поистине этот верблюд пожаловался мне на то, что ты заставляешь его голодать и много трудиться. Как удивительно милосердие посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, которое объяло даже животных. Он отчитал хозяина верблюда за то, что он плохо относился к нему. Что же тогда говорить о тех, кто наихудшим образом относится к своим семьям? А ведь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, «Каждый из вас пастырь, и каждый из вас ответственен за свою паству. Правитель является пастырем, и он ответственен за свою паству. Мужчина – пастырь для своих домочадцев, и он ответственен за них. И женщина является пастырем для дома своего мужа и его детей, и она ответственна за них. И раб является пастырем для имущества своего господина, и он ответственен за него. Ведь каждый из вас пастырь, и каждый из вас ответственен за свою паству». بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد О Раббе Аллаха! Из всего вышесказанного можно подвести итоги и сказать, что милосердие может проявляться, во-первых, к детям. И заключается оно в том, чтобы целовать их, гладить их по голове, обнимать, играться с ними и так далее. Также милосердие необходимо проявлять к старшим, к родителям, как сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране: «Акада раббука алля таабуду илля ийяху ва бильвалидейни ихсана, имма яблюганна индака аль-кибра ахадахума ау килахума, фаля такул лахума уффин ва ля танхархума, ва кул лахума каулан карима». «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им уф, то есть не проявляй негодования, нетерпимости. Не кричи на них и не обращайся к ним почтительно. وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Склони перед ними, то есть перед родителями, крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком». Также милосердие должно присутствовать между супругами. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Среди его знамений то, что он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину в этом знамение для людей размышляющих. Кроме того, милосердие должно проявляться к животным и ко всему живому. Ведь кто не будет милосерден, тот не будет помилован. Однако знайте, о рабы Аллаха, что нашей первой обязанностью перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля является единобожие. Посвящение поклонения лишь Аллаху. И если человек будет обладать наилучшими нравственными качествами, а сердце его будет преисполнено милостью к окружающим, то это не поможет ему в судный день, если он предавал Аллаха Субхану ва Тааля сотоварищей, поклонялся кому-либо наряду с ним, резал животных не ради него, давал обеты не ради него, взывал в мольбе не к нему. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Также сказал: «Инна Аллаха ля яхфиру айюшрака бихи ва яхфиру ма дуна дзалика лиман яша». Поистине Аллах не прощает, когда ему предаются товарищи, однако прощает то, что менее этого, кому пожелает. И если Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не прощает многобожие, то ты обязан опасаться его, так как это самый великий грех. Ты должен изучать единобожие, дабы исповедовать его должным образом.
и изучать многобожие, дабы сторониться его. Возлюбленный Аллаха, Халилуллах Ибрахим, алейхи салям, сказал: «Ваджнубни ва бания на'буд аль-аснам» — «И отдали меня и моих сыновей от поклонения идолам». То есть воззвал к Аллаху Субхану ва Тааля с такими словами: «И отдали меня и моих сыновей от поклонения идолам». Возлюбленный Аллаха, имам, которого похвалил Аллах Субхану ва Тааля, который своей рукой разбил идолы многобожников, просит Аллаха Субхану ва Тааля чего? Просит Аллаха, чтобы он защитил его и его сыновей от поклонения идолам, то есть от многобожия. Ты же не являешься имамом, не являешься халилем, то есть возлюбленным Аллаха Субхану ва Тааля. Не ломал идола своей рукой, не совершал тех деяний, которые совершал Ибрахим алейхиссалям. А значит, ты еще более, еще сильнее должен бояться и опасаться многобожия. Ведь если посланник Аллаха Ибрахим просил у Аллаха защиты от ширка, от многобожия, то мы должны сторониться его в первую очередь. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Кто встретит Аллаха при жизни, не приобщая к нему сотоварищей, войдет в рай. А кто встретит его при жизни, приобщая к нему сотоварищей, войдет в огонь». И мы просим Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы он нас сделал из числа тех, кто исповедует единобожие должным образом и войдет в райские сады. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит: «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллюна аля наби, я айюха алладина аману, саллю алейхи васаллиму таслима». Воистину, Аллах и его ангелы благословляют пророка. О те, которые уверовали, благословляйте его и приветствуйте миром. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидум маджид. Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидум маджид. Вардаллахумма ан хулафаих рашидин Аби Бакрин ва Умара ва Усмана ва Алиин وسائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.